Всем привет! Вот мы и пережили эту холодную ночь. Всю ночь было минус 4, сейчас такая температура держится и днем. Я вчера заходила сюда и показывала вам, как я зажигаю свечи, чтобы маленько подогреть теплицу. Потому что эта теплица находится у меня далеко от дома. Нет возможности включить никакого обогревателя. Но так как было здесь очень темно, ничего не было видно. Было видно только огоньки. Я сегодня вам покажу. Вот я утром пришла. Последняя свечка сейчас догорает. Вот видите в тарелочке? Они горели всю ночь. И несмотря на то, что земля вокруг замерзла, снег покрыл всю теплицу, был снегопад, даже снег вот сейчас еще лежит на крыше, рассада пережила эту ночь. И я считаю, что свечки хорошо ей помогли. Вид у рассады нормальный, даже нет ни признаков подморожения, ни подвялости, ни с краев, ни в центре, нигде. Просто укрыть у меня не было уже возможности. Вчера спасали других помидорок и перцев. А вот эти у нас получились как без обогрева. Так что если у вас нет возможности укрывать, прикрывать, можете воспользоваться горящими свечами. Три свечи горели всю ночь. И вот сейчас они только-только догорели. И повысили температуру. Здесь было 5, стало 9. 10 градусов. Это приемлемая температура для переночевки. Сейчас выглянуло солнышко, здесь уже теплее. И я вот уже могу сказать, что рассада пережила вся. Даже та, которая стоит с края у поликарбоната, у нее все хорошо. Так что три простых свечи могут вас спасти в морозную ночь. Мороз был минус 4, теплица необогреваемая, простая поликарбонатовая. Все, я надеюсь, вам этот метод когда-нибудь тоже пригодится. Я всего 2 года им пользуюсь. Мне тоже кто-то подсказал. Раньше я всегда накрывала каким-то полиэтиленом, там строили дуги. Но вот сейчас, когда вот так разрослась рассада, я не могу ее уже накрыть. Все, уже очень много она места занимает. Выход один, только свечкой. Все, до свидания. Всем желаю, чтобы мороза не было в вашем регионе. По себе могу сказать, такая жестокая весна у нас, первый раз за последние много лет. Если раньше заморозки были кратковременные и ночные, то сейчас у нас всю ночь было минус 4, и днем тоже держится. Земля замерзла, хрустит, снег не тает, и температура не повышается. Так что, возможно, еще и целый день будет мороз. Это уже не заморозки, это стойкий, стабильный мороз, минус 4 градуса. Ну, надеюсь, переживем. Единственное, что очень тяжело приходится томатам в открытом грунте, которые в тоннелях. Но и про них, я думаю, хорошо. Я думаю, что они тоже выживут. Все, всем богатых урожаев, сохранить всю рассаду. До свидания.